Ну, я считаю, что жеребьевка прошла субъективно, как бы вытягивали номерки, каждый выбрал свой номер, да, распределили бойцов как нужно, по правилам все. А твой соперник, что можешь сказать? Ну, как бы еще не успел познакомиться, но... Ничего страшного, все будет хорошо. А первое мнение о сопернике? Когда видел он? Ничего. Это как бы... Свой соперник просто, оппонент. Ничего, как бы, сейчас. Понятно. Мнение о турнире. Что ожидаешь? Ну, ты очень рад, что буду участвовать в турнире. Как бы... Хочется... повысить свой уровень, обменяться опытом. Ну, конечно, уже знакомишься со спортсменами уже. Ясно. Имя твое? Меня зовут Ткаченко Дмитрий, 23 года. Да, спасибо.